Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодняшнее стихотворение называется «Весной». Весной так хочется любить, порой дневной и ночной. Сонеты и цветы дарить лишь ей одной, лишь ей одной. С ней вместе хочется гулять дождливым солнечным ли днем и аромат духов вдыхать, сидя на лавочке вдвоем. Да только где ж ее найти, принцессу милую мою? Иду по длинному пути, в дороге я не устаю. Удачных вам поисков, друзья!